Всем доброго дня. Сегодня с вами поговорим про карликов Барбарис Богатель. Яркий, насыщенный цвет листвы. Имеет такой ярко-красный оттенок с легким таким, наверное, даже розоватым цветом. Листья довольно-таки крупные. Сейчас они вытянуты. Это все молодой прирост. Обращаем внимание на нижние ветки. Они, получается, покрываются зеленой листвой, потому что не попадает солнце. И они довольно-таки крупные, поэтому на контрасте выглядит довольно-таки интересно. Это растение растет в среднем до 50 сантиметров, довольно-таки медленно, годовой прирост порядка 2 сантиметров. В Крыму бывают приросты дополнительные, поэтому растение в Крыму растет довольно-таки неплохо. То есть можно даже рассчитывать сантиметров на 6. Место посадки – солнце, либо полутень. В тени будет расти, но цвет будет ярко-зеленый. Опять же, он не любит перелива, поэтому надо быть аккуратными. Довольно-таки засухоустойчивое растение, но перелив очень сильно травмирует корневую систему. Поэтому при посадке обязательно нужно делать дренаж и быть аккуратными. Для посадки земельку мы используем с вами торфяную, больше чем 6 pH. Почему? Потому что он не любит кислый грунт, но при этом довольно-таки хорошо себя чувствует на каменистых и, опять же, в горках будет хорошо себе расти. И можно добавить будет еще чуть-чуть песочка речного, либо перлита для рыхления почвы, и чтобы было хорошо нашему растению. Обязательно зона морозостойкости этого растения составляет 5-я зона, кратковременной до 28, но молодые саженцы до 3 лет, конечно, стоит все-таки в зимний период на морозы прикрывать, пока еще растение не окрепло, если заметите, у вас больше там 20 градусов мороза. Вот это вот самое главное для этого барбариса. И, в принципе, и все. Барбарис шикарный. Будет хорошо у вас расти и радовать. Как-то так, ребятки. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Будем с вами становиться только лучше. Всем хорошего.